У них нет сил продолжать. В России было 10 наземных армий, в начало конфликта 8 вошло, сейчас все 10 уже, и последние 10 батальонных тактических групп едут с Дальнего Востока, 5-я армия. Все, больше ничего у них не осталось. Они пытаются призвать резервистов, 60 тысяч человек, но это не для создания новых подразделений, а для пополнения уже имеющихся. То есть это такая история, она не подействует, потому что нужна техника, технику снимают с хранения. Как они снимают, мы видим, когда командиры танковых полков стреляются из-за того, что техника небоеспособна. Техника по 30 лет стоит на хранении, та же история, что у нас. Поставить ее на крыло – это полгода, год тяжелой работы в России, которая под санкциями. То есть в любом случае сейчас главная интрига, удастся ли им взять Мариуполь и окружить наших войска в зоне ООС. Потому что Путину надо, при которой очень сильно настроен на самом деле, наверное, переговоры, нужно приехать, ну, хоть с какой-то позиции, потому что совсем полностью проигравшим он не привык ездить. Там, где Владимир Владимирович, там же всегда победа. Им нужно либо взятый Марик, либо окруженные наши войска.